Всем привет! Вы на канале Сумасшедший Абоминог. И если кто-то помнит, я сказал, что мы будем делать фильм по этой книге. И у нас возникли осложнения. Нужно будет сделать крылья для Макс. Вот. Для этого нам нужен пластилин, проволочка, ну и бесцветный лак. Если это новый пэт, тогда снимите с него голову. Теперь мы делаем каркас. Для этого нужно оставить часть для одного крыла, обмотать веревку вокруг пуза пэта и отмерить, чтобы крылья были одинакового размера. Вот. С помощью кое-какого прибора я отрезала проволоку. Вот такая она у нас. Теперь нужно сделать крылья. Сначала сминаем проволоку по форме крыльев. Теперь нам нужен пластилин. Правда, он у меня в не очень хорошем состоянии. Для крыльев нам понадобится белый и серый, так как у Tinkerbell или Макс бело-серебряные крылья. Крылья состоят из перышков. Чтобы у меня получились одинаковые перышки, я скатала колбасу и на каждом сантиметре сделала зарубку, потом разорвала. Сейчас мы будем делать перышки. Мы катаем шарики, плющим их, придаем вид перьев. Слегка прижимаем, можно еще сильнее, кстати. Теперь нужно сделать узоры на перьях. Если вы рисовали узоры на перьях вот таким карандашом металлическим или чем-нибудь другим, например, ручкой, которая не пишет, у вас могли образоваться вот такие вот грязные места. Сейчас можно их убрать. Все, я почистила перья, теперь можно их клеить на каркас. Кстати, если у вас случилось, как у меня, вы клеите перья, и они у вас прогибаются вниз, тогда можно воспользоваться скотчем и заклеить вот эту часть. Я наклеила тут скотч, и, наверное, теперь перья не будут прогибаться. Нет, люди, скотч — это плохая идея, поэтому почему бы не использовать зубочистки? С зубочистками у меня тоже неудача. Придется сделать что-нибудь другое. С теми перьями у меня ничего не вышло. Я решила сделать вот такие. Сейчас мы все это сделаем красиво. Снизу я положила вот такую зубочисточку. В общем, я украсила крылья, и вот такие они у меня получаются красивые. Вот. Давайте сделаем второе крыло. Кстати, зубочистку я убрала, она мне совсем не нужна, она только все портит. Снизу проволочку закрепила, чтобы она не слетала. Второе крыло тоже почти готово. Мы закрепили наше крыло, и пора делать синие перышки, точнее серые. Я подумала, почему бы не добавить второй слой этих перышек. Мы наклеили маленькие такие перышки серого цвета, ну, в скобочках серебряного, что придало такой необычный вид нашим крыльям. Правда, снизу они ужасны, зато сверху довольно красивые. Давайте покроем их бесцветным лаком, чтобы они дольше сохранились. Я покрыла лаком верхнюю часть крыльев. Вон, как они теперь блестят. Теперь мы подождем, пока они засохнут, и покроем нижнюю часть.